Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, дорогие друзья. И здесь у нас Samsung Galaxy T7 Pro на Snapdragon 626 протестировали в Geekbench. Еще в сентябре стало известно, что компания Samsung собирается выпустить Pro-версию представленного ранее в этом году смартфона Galaxy T7. По имеющимся данным, новинка получит 5,7-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, но есть слухи о том, что аппарат оснастят Quad HD экран. Теперь же Galaxy T7 Pro был замечен в базе данных бенчмарка Geekbench, благодаря чему подтвердилась информация о некоторых характеристиках. В смартфоне будет установлен новый 8-ядерный процессор Snapdragon 626 с тактовой частотой 2,2 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и Android 6.0.1. Для сравнения, в обычном Galaxy T7 стоит процессор Snapdragon 625 с тактовой частотой 2 ГГц. Galaxy T7 Pro несколько раз протестировали в Geekbench, и каждый раз он показывал приблизительно одинаковые результаты. 1000 баллов в одноядерном тесте и 5679 в многоядерном. Обычный T7 с процессором Snapdragon 625 в этом же бенчмарке набирает около 850 в одноядерном и 4630 баллов, соответственно, в многоядерном режиме. Чем еще будет отличаться Pro-версия от обычного Galaxy T7, пока неизвестно. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.